Конечно, благотворительность – это позор на теле государства, потому что благотворители делают то, что делать должно государство. Самый интересный вопрос, который сам себе задаешь, когда у тебя просят денег нищий на улице, это жулик или это человек, который нуждается? Та благотворительность, которую мы знаем через средства массовой информации, она некая, знаете, очень натужная такая. По той простой причине, что она такое ощущение, что делается только для того, чтобы было. Вот положено в некой стране иметь благотворительность, телевидение, там, шампанское. Вот и у нас будет то, это и это. Благотворительность России обставлена как в сущности все с большой помпой. Да? Мы делаем красивые акции, показательные выступления, привозим детей из каких-то там дальних регионов на Красную площадь или на Щелкунчиков большой и так далее и тому подобное. Но какой-то реальной помощи от этого, честно говоря, насколько я знаю, не существует и не происходит. Порой иногда меня очень удивляет, когда, знаете, я приезжаю на какой-то благотворительный концерт к детишкам, а организаторы, ну, прошу прощения за грубость, все упакованные в часах, на каенах. Как-то у меня возникает вот здесь вот вопрос, а доходят ли эти деньги? Не люблю вот это, когда звезды собираются там куда-то в детский дом, там камер больше, чем детей. Знаешь, это, конечно, это пиар. Вот эти благотворительные концерты, где выступают звезды, где на рекламу, звук, там, свет и аренду помещения потрачены там в 20 раз больше, чем потом достанется больным детям. Ну, некоторые на этом отмывают деньги, я знаю таких людей, а некоторые действительно от души это делают и делают это правильно. Огромные деньги вкладывают в благотворительность и не свистят об этом. Просто потому, что называется, по порыву души. Я считаю, что это лучшие люди нашего государства, честно говоря.